Охереть. Парень, ты не слышал звонок? Время ужинать. Энди, что за чертовщина в задней комнате? Слушай, мы храним здесь еду. Да и не я, много охотимся, чтобы всех покормить. Когда мы ловим кого-нибудь в лесу, мы разделываем это здесь. Маме не нравится, когда мы делаем это в доме. Теперь ты убедился? Не о чем беспокоиться. Ну, в принципе, это да. Как иначе-то еду получать? Понятно, что там мясо нужно не как в магазине у нас, да, лежит. Мясо надо разделать. Просто понимаете, ты в свете последних событий, Брэнда, бисквиты, ух ты! Извини за беспорядок, нам пришлось заблокировать заднюю дверь после того, как ходячие стали лезть наверх. Не беспокойся, это было достаточно давно, с тех пор они не лезут внутрь пистолет. Ну-ка, все сели, пойду принесу еду. Ах, вкуснятина. Где Марк? Не стоит беспокоиться о нем, я уже отнесла еду ему наверх. Дай ему немного отдохнуть. Не против, если я сначала помою руки? Ванна сразу на выходе из холла, и вымой все под ногтями, ты ковырялся в грязи весь день. Хорошо. Мне кажется, что пирожки из Марка. У меня есть такое смутное ощущение. Какой-то лосьон. Бритье. Закрываем шкаф. Стоп, ребята, я хочу подняться наверх. Аккуратненько и тихо поднимаемся наверх. Тихо, родной. Здесь морфин. Морфин. Полотенце, коробка свечей. Свечи, умно. Фу. Похоже на кучу медицинских отходов, медицинские трубки, изотонический раствор. Зачем фермерам понадобились все эти вещи? Куда идет этот кабель? А? Я полагаю, кому-то в последнее время оказывали первую помощь. Завалявшееся барахло. Понятно. Закрываем. Блин, куда же он идет, интересно. Пятна. Это что, кровь? Прикинь, чувак, ты кровь никогда не видел? Книги по фермерству, поваренные книги, ничего необычного. Где, черт побери, Марк? Ведь Брэнда сказала, что он отдыхает наверху. Вот это уже хороший вопрос, а? Похоже, надвигается гроза. Блин, а где Марк? Чуваки, реально, а где Марк? У меня вот такой простой вопрос. Что-то здесь явно не так, понимаете? Ладно там, но я еще могу понять, когда они животных разделают. Хотя каких животных-то разделать, ребят? Какого черта? Чувак, ты где? Стоп, брат. Электрический шнур. Свет. Какого черта? Что за дерьмо здесь происходит? Морфин. Куда идет этот кабель? Слушайте, там явно какая-то фальшь-дверь.
фальш-комната или еще что-то. Так. Блин, ну что-то странное здесь происходит. Давайте мы выйдем отсюда. Шнур мы уже получили. Какая-то... Да, смотрите. Книжный шкаф. Там фальш-комната. Блин, я же даже боюсь представить, что там с Марком. Да, дополнительная дверь. Блин, я боюсь открывать на самом деле. Ли? Марк. Какого черта тут произошло? Братья. Какого хрена случилось с твоими ногами? Не? Не ешь. Уж. Я так и знал, Ли. Ты там уснул, ужин на столе. Все тебя ждут. Ух ты, барбекю. Клементина. Стой! Не ешь! Не ешь! Что? Фух. Ли, господи, ты что-то нашел? Сядь на место и успокойся. Эта женщина приготовила тебе еду. Да, Ли, что на тебя нашло? Вы едите человеческое мясо. Это безумие, какого черта, это нелепо. Ты пугаешь детей, Ли. Ли, что на тебя нашло? С этим парнем всегда что-то не так. Поднимите наверх и посмотрите, вы найдете парня с отрубленными ногами. Это молочная ферма, а не раньше, подумайте. Это правда. Все могло так хорошо оказаться для вас, ребята. Он бы все равно потом помер, мы должны были думать о выживании, успокойся, дорогой. Если ты вырос в сельской Джорджии, то тебя учат быть экономным. Так было воспитано я. И так я воспитала своих детей. А теперь у нас тут монстр бродит вокруг, который ничего не делает, кроме поедания людей. Для чего? Чтобы гнить дальше, пока не подвернется кто-нибудь еще. Да вы все больные. На всю голову. Ли, это не очень-то вежливый намек. Энди прав. Мы используем людей, которые все равно должны были умереть, так или иначе. Вроде вас. Кенни, хватай свою пушку. Кенни, нет? Никто никуда не пойдет. Здесь вас может одолеть много чего. Что? Как что нахер? Что, пипец? Опустите свои пушки, мы уходим. Я не хочу умирать. Послушайте, все будет хорошо. Ли? Ли? Отпусти ее, сукин сын, а? О, черт. Мертвяки. Это Марк. Пожалуйста. Кто-нибудь. О! Жесть. Оперативненько. Откройте эту чертову дверь. Вы не можете держать нас здесь. Откройте, я голыми руками разорву вас, ублюдка. Прекрати стучать. О, вы больные, гребаные ублюдки. Откройте дверь, черти. Я вышибу эту чертову дверь. Ли, папа, успокойся. Папа? Это был человек, они пытались заставить нас есть человека. Но ты же не поела, нет? Но остальные съели, черт возьми. Если бы ты не плелся, как улитка. Да ладно, папа, сейчас неподходящее время.
Ты в порядке, Клементина? Они ведь не сделали тебе больно, нет? Нет. Откройте! Ли, моя семья у этих психов, а мы застряли в этом проклятом холодильнике. Нужно выбираться отсюда. Этот гребаный сосунок привел нас сюда. Можете все нахер заткнуться, а? Мне страшно. Не бойся, все будет хорошо. Я найду нам выход отсюда. Мясо. Я не хочу знать, чье оно. Полки довольно крепкие, мы могли бы залезть, но через потолок не выбраться. Может, за подонами есть дыра? Не повезло. У них Катя и Дак, Ли. Это не поможет. Я знаю, мы выберемся отсюда и найдем их. Они не откроют дверь. Понятно. Твой отец не облегчает нам жизнь. Откройте эту чертову дверь. Папа, остановись. Черт возьми. Папа, это не помогает. Да ладно, Ларри, ты правда хочешь привлечь их внимание? Да, я хочу привлечь их внимание, чтобы поубивать их нахер. Похоже, твоя новая подружка не так хороша, как казалось. Да в чем, черт возьми, твоя проблема? Ты не дал мне паёк в мотеле. И ты сегодня изо всех сил пытаешься вести себя со мной, как полный мудила. Ты, должно быть, и вправду ненавидишь меня. Но угадай что? Ты застрял со мной. Я планирую тебя пережить. Если ты превратишься, я буду... Я не враг тебе, Ларри. Я не верю тебе. Помни, я знаю, кто ты на самом деле. А, наконец-то. Ой, ублюдка, сердце заболело. Папа? Нет, папа, ну же, папа! Боже, он не дышит, кажется, у него сердечный приступ. Он умер? Он не умер, кто-нибудь, помогите! Хитрен Батум, если он умер... О, черт, он не умер! Ты знаешь, что произойдет, Ли? Подумай, ты видел того беднягу в мотеле, как быстро он превратился? О чем это ты говоришь? Лили, мне очень жаль, правда, правда жаль, но... Но через несколько минут мы окажемся в запертой комнате с 2-метровым, 140-килограммовым и совершенно разъяренным мертвяком. Пошел нахер, мы можем спасти его, Ли! Будем оплакивать его позже, сейчас нам нужно предотвратить его возвращение. Не-не-не-не-не, черт возьми, Кенни, он не умер. Может, ты и прав. Не-не-не, черт побери, мой отец выживал в ситуациях и хуже этой. Послушай, Кенни, тогда в аптеке все думали, что Дака укусили. Я поверил тебе на слово, может, сейчас нам так же поступить? Это другое, Дак не был укушен. Мы же знаем, что этот парень не выживет. Вспомнишь, ты говорил, Бен, нужно разрушить мозг. Ну же, Ли, я прав, я знаю, ты меня поддержишь, ты всегда поддерживал. Черт возьми, Ли, ты нужен мне, пожалуйста, помоги мне. Черт. Ты прав, Кенни. Вы гребаные чудовища. Вы оба. Извини, Лили. Нет, 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 нет. Отпусти. Не делай этого. Извини, сестрица. Извини. Извини. Вот и все. Да поможет нам Господь. Мне очень жаль. Не трогай меня. Клементина. Клем.
Ты в порядке? Почему Ли? Лили говорила, что он не умер. Он был мертв, Клементина. Но что, если он не был? Он был, я уверяю тебя. Тише, я знаю, но ты сейчас должна быть сильной. Мне нужно, чтобы ты была сильной. Подумай о чем-нибудь другом. Подумай о чем-нибудь хорошем. Например? О безопасном месте, где чудовища тебя не достанут. Мы ведь выберемся отсюда, да? Ты нашел выход? Да. Я работаю над этим. Уйди. Мне просто нужно... Я сказала, отвали от меня! Лили, мне очень жаль. Не говори со мной, Ли. Не говори, блядь, со мной. Ты должна взять себя в руки, Лили. Зачем? Ради тебя? Чтобы я почувствовал облегчение после того, что ты сделал? Ради себя. Точно. Потому что ты так охеренно заботишься обо мне. Ну, я не жалею о том, что я замочил, мне постоянно мешал. Интересно, за этой штукой должен быть воздуховод. Может быть, он достаточно большой, чтобы один из нас пролез? Ну, не знаю, Ли, выглядит рискованно. Кондиционер снимается? Думаю, я смог бы его снять, если бы у меня было что-то, чем можно открутить винты. Мультиинструмент. Ну, конечно же, они забрали его, дерьмо. Возможно, мы сможем использовать что-то другое. У меня есть камушек. Камушек не поможет, но с монеткой может получиться. У тебя есть монетка? Нет. Так. Если мы сможем убрать эти винты, кондиционер легко снимется. Нет, так, естественно, получится. Так его не открутить. Это было бы глупо. Но какие варианты? Давайте скинем, поговорим. Думаешь, мы чересчур поспешили? Сейчас только одна важная задача — свалить отсюда. Мы сделали то, что должны были сделать. Если воздуховод за кондиционером достаточно большой, мы могли бы выбраться отсюда. Да? Но мне нужно что-нибудь, чтобы открутить винты. У меня ничего нет. Вот дерьмо. Крепко сидит. Может быть, я смогу что-то отыскать? Блин, а что отыскать-то, а? Отыскать-то нечего. Я знаю, что это было необходимо, но я просто хотел, чтобы Клем не видела подобного дерьма. Я беспокоюсь, как это отразится на ней. Только ты и я. Лили не в состоянии помогать нам спасать твою семью. Учитывая, что только что произошло, она наверняка была бы на стороне Сент-Джонса. Насчет своей семьи? Что насчет них? Ты не думаешь, что Сент-Джоны? Нет, им нужна Катя, помнишь? Она единственная причина, по которой они привели нас сюда. Конечно, и так полезен в качестве козыря. Мы должны добраться до них. Да. Ты прав, братюня. Почему ты просто не оставишь меня в покое? Мне очень жаль, Лили. Но если мы хотим выбраться отсюда, нам понадобится твоя помощь. И Ларри. Кажется, я нашел выход отсюда, но мне нужно что-нибудь, чтобы открутить винты на кондиционере. Если у тебя есть что-нибудь, что я мог использовать как отвертку, монетка или что-нибудь, нет. А что насчет него? Послушай, я знаю, сейчас ужасное время для этого, но... Еще в мотеле Ларри что-то упоминал о монетах в кармане. Другими словами, мой отец для тебя полезнее мертвым, чем живым. Если бы он был жив, у него был ключ отсюда, думаешь, он бы оставил его себе? Что тебе нужно? Мое благословение, чтобы обшарить его труп? Твое разрешение.
Ладно, друзья, на этом мы закончим нашу 12-ю серию. С вами был Диан, или 11-ю. С вами был Диадан. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, ждите новых выпусков. Всем пока-пока.